Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy Buds Live. Сейчас я покажу вам, как на этом великолепном девайсе, это великолепный на самом-то деле девайс, выполнить полный сброс. То есть абсолютно полный сброс всех данных наушников, всех подключений, эквалайзеров и дополнительных настроек. Итак, вначале нужно открыть приложение Galaxy Variable. После этого здесь вот выбрать Galaxy Buds Live, они у меня автоматически выбраны, потому что только они подключены к этому телефону. Затем наушнички свои оба вставляете в кейс. Закрываете кейс, ждете, пока они отключатся. И открываете кейс еще раз. Они подключились. Теперь спускаетесь вниз и выбираете общее. Нажимаете «Сброс» и еще раз «Сбросить». Отлично. Настройки наушников были успешно сброшены. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если вы хотите подключить наушники опять к какому-то устройству, посмотрите наше видео о том, как выполнить первоначальную настройку этих наушников. До скорых встреч. До свидания.